равенство на дорогах полностью отражает равенство в обществе и равенство в той атмосфере, в которой мы сейчас живем. Как, если нет вот этого равенства, если мы одна из самых коррумпированных стран в мире, и, несмотря на то, что в последнее время идет активная борьба с этим, мы-то все-таки остаемся коррумпированной страной, как это может быть равенство на дорогах? Я недавно был свидетелем одного потрясающего шоу, равного которому я не видел в своей жизни. Хотя видел много ярких событий. Но те происходили на сцене, а это в жизни. Еду со своим приятелем в столовку ближайшую по Берлину на его машине. Впереди едет эскорт Ангелы Меркель с французским президентом. Тот, видимо, был с каким-то визитом. Этот эскорт сопровождает 20, может быть, 40 мотоциклистов. Я не считал, в зеленых мотоциклах, слева-справа. А в эскорте всего две машины. Вдруг загорается красный свет, и весь этот эскорт останавливается на красный свет в Берлине. Вот со мной случился шок. Просто машины, которые ехали сзади, обогнали эскорт, кому налево, кому направо, повернули. А эскорт вместе со всеми остальными стоял и дожидался зеленого огонька. Отсюда начинается все.